Доброе утро. У нас там Малибу за окном. А у нас здесь лежит Екатерина. Екатерина под картиной. When the morning standing at your door. А если присмотреться, то можно увидеть Гибралтар. Вот здесь такой островочек. Вот. Отсюда его очень классно видно, а с камеры немножечко сложновато, но не видно. Ты смотришь на Гибралтар. Боже, какое тяжелое название для меня. Кто его придумал? Марокканцы? Какие марокканцы? Это британская колония. Ну и что? Ну название. Кто придумал? Не знаю. Кто ближе живет? Туда испанцы. Испанцы с марокканцами встретились и приехали. Мы сейчас идем в больничку. Да, Дима сегодня будет плакать. У меня сегодня вообще день Х. Мне будут снимать швы, и это будет очень больно. Я это знаю, потому что Катя делает мне перевязки каждый день. Когда она трогает швы, мне больно. Тебе на самых швах больно, а там, где не швы, тебе не больно. А еще сегодня у нас такой день начался странно. Ну, я больная, это понятно, что плохо. А еще наш дедушка потерял палку. Он вообще каждый день что-то теряет, то зубы, то палку. И вот сегодня мы искали палку. И так и не нашли. Мы не знаем, куда он ее дел. Сейчас 11 часов утра. Для испанцев это реально утро. Потому что вот мы сейчас идем, улицы пустые. Знаете, у меня такое ощущение, что сейчас часов 9. Но на самом деле уже 11. Все завтра, испанцы поздно встают и поздно ложатся. Другая культура у них. Сейчас только кафешки и бары открываются. Вообще практически никого на улицах нет. И на море Штиле такое вот ощущение, как будто сейчас где-то 6-7 утра. Кать, доброе утро. Доброе. Как проснулась? Да. Ты вон кофе, да, взяла, чтобы проснуться? Все, мне все сделали. Теперь я почти здоров. Мне было, кстати, не больно. Ну так, чуть-чуть, как ранка болела, да, и все. Сейчас мы идем домой. Будем заниматься самым веселым, чем только можно заниматься, да, Катька? Чем мы будем заниматься? Убирать. Убирать. Ладно, нужно убрать дом за собой. Завтра приезжает Кассет. Это дочка того дедушка, с которым мы же жили все это время. У нас 18 градусов. 12:00. Чего ты такая довольная? Ты видел, что у меня есть? Я сегодня такое утром ел. Но у тебя было меньше клубники. А да, но у меня была очень вкусная клубника. Ты попробуй свою. Или у меня вкуснее была? Такая же? Привет. Ой, страшно. Смотрите, куда она вылезла. Здесь высоко. Не боишься? Катя вон убежала, ей страшно. А мы сейчас будем делать одну дурную штуку. Будешь делать дурную штуку? Нет? Будет. Ты вообще предложила это сделать. Мы будем есть мандарину с дерева. Да. Нам говорили, что она горькая, кислая, ужасная, противная и вообще фу. Но мы никому не верим. Мы хотим попробовать сами. Да. Да? Правда? Давай найдем классное дерево. Потому что здесь вот три дерева рядышком. Не, ну некрасиво. Еще дальше. Там красивые есть деревья. Нет, это маленькое слишком. Дальше? Еще дальше. Вон то дерево классное. Нашли крутое дерево. Пошли воровать мандарины. Я надеюсь, если нас это заметят, нам ничего не скажут. Они же сами не едят, сами не воруют. Вот именно, такие плоды рядышком. Побежали. Ну, выглядит оно нормально. Как обычная мандаринка. Да. Если бы меня такой в супермаркете подсунули, я бы ничего не заметила. Все, сейчас будет анбоксинг мандаринки. А чистится нормально? А запах есть мандаринки? Да, пахнет вкусно. Ой, чистится плохо. Покажи, как она выглядит. Нормально. Ну, это так. Апельсинка или мандаринка? Не знаю. Мне кажется,
кажется, она просто кислая. Все. Это все, что мне кажется. Это все, что тебе кажется. Она очень кислая. Но не горькая. Не, кислая. Лимон. Дай попробовать. Ну, она такая тверденькая. Да. Вкусно пахнет. Лимон, правда? Кислая, да. Но, в принципе, если захотеть, можно съесть, серьезно. Но она немножко менее кислая, чем лимон, но вообще очень напоминает лимон. Да, лимон, реально. Меня окружили, и здесь еще ревность. Да, Мичу? Ты ревнуешь? Это Джой. Ой, это Джой, Мичу вот. Джой! Джой! Привет! Одна клыки. Знаете, когда ребенок не хочет больше кушать, он начинает ложкой перебирать в тарелке. Вот так, так я, когда не хочу убирать, вот так вот убираю. Убирали. Я сейчас иду дедушку забирать с детского садика. Будем отдыхать, потому что сегодня уже так устали. Мы дома будем ложиться спать, хотя Катя уже спит. Она не может ничего сказать, у нее очень болит горло. Поэтому я сегодня за нее, я ее голос. Все, Катя, Катя говорит пока. Я, видите, я прочувствовала это. Всем пока, спасибо, что нас посмотрели. Не забывайте подписываться. До завтра. Пока.